Кто и что обеспечивает безопасность владимирских лесов жарким летом? Что страшнее, огонь или насекомые вредители? И как быстро леса удается восстановить? Об этом поговорим в программе «Здесь и сейчас». Наш гость сегодня – министр лесного хозяйства Владимирской области, главный государственный лесной инспектор региона Евгений Малышев. Евгений Викторович, добро пожаловать в эфир. Добрый вечер. А я напомню, эфир прямой. А это возможность задать вопрос моему собеседнику. Номер студии на вашем экране. В Владимирской области действует особый противопожарный режим. Подсматриваю шпаргалку, чтобы не ошибиться, потому что режим, период, путаемся, честно. Путаемся и обыватели, и журналисты. И лето обещает быть жарким, я понимаю. А чем приятнее лето для дачников, ну, там, для отдыхающих, тем выше риск лесных пожаров. Вот какие способы профилактики лесных пожаров вообще существуют и в нашем регионе применяются? Ну, наверное, самое главное профилактическое средство – это не нарушать правила пожарной безопасности, находясь в лесу, на отдыхе или на работе, или просто прогуливаясь мимо. Но, а если серьезно говорить, то, конечно, это серьезный комплекс работ, который работники лесной охраны, лесной службы ежедневно и кропотливо выполняют, начиная еще с зимнего периода. Подготовка пожароопасного сезона начинается у нас, по сути, в первые дни, первые рабочие дни января. И сегодняшний день выполнены практически все профилактические работы, такие как устройство минерализованных полос, уход за существующими, устройство противопожарных разрывов, установка шлагбаумов, аншлагов, обустройство мест отдыха и много чего еще другого. Кроме этого, конечно же, работают наземные патрули с целью выявления и пресечения нарушителей правил пожарной безопасности и профилактики лесных пожаров. Ну и действует серьезная система мониторинга. Сейчас леса не закрыты вообще совсем для тех, кто там собирает что-нибудь, хотя я так понимаю, что еще пока ягоды рано, ну, наверное, травы, например. Особый противопожарный режим, он предусматривает ряд ограничений, в том числе ограничения на свободное пребывание в лесу. Это не прямой полный запрет, но находиться в лесу, если это нахождение не связано с профессиональной деятельностью, не нужно. Есть такая региональная система мониторинга пожарной опасности. Себе, опять же, обывателю довольно трудно представить, что она себя представляет, то есть как пожары замечают. Ну вот, допустим, смотришь ты вдаль, если тебе рельеф позволяет, видишь дымок, там, где лес, наверное, там этого дыма быть не должно. Наверное, нужно куда-то позвонить. Но если бы все было вот так устроено, наверное, у нас с лесными пожарами ситуация была бы идеальной. Но и устроено по-другому, и рельефы другие, да и все ведь гораздо сложнее. А теперь нам помогает, насколько я понимаю, и космос. Ну, методов и уровней мониторинга на самом деле достаточно много в Владимирской области. Мы, не хвалясь вам скажу, один из субъектов в Центральном федеральном округе, где эта система мониторинга охватывает 100% лесного фонда. И многоступенчатость ее, она помогает нам и в раннем обнаружении, и в эффективном реагировании. Что я имею в виду? Ну, вы правильно отметили, что пожар лучше наблюдать с высоты. С высоты, например, космоса. Есть система СДМ «Рослесхоз», которая непрерывно, с определенной периодичностью осуществляет такой мониторинг и передает эту информацию нам, в нашу региональную диспетчерскую службу, которая функционирует круглосуточно с наступлением пожароопасного сезона. Кроме того, у нас есть система авиационного мониторинга, чем похвастаться могут тоже далеко не каждый субъект. И наш самолет, в зависимости от уровня пожарной опасности, от погодных условий, может находиться длительное время в небе, осуществляют такой мониторинг, разведывая, значит, наши лесные массивы. Кроме того, у нас есть очень развитая система видеомониторинга. Это 60 видеокамер, установленных на вышках сотовых операторов, которые охватывают более 60% территории Владимирской области. Ну и в этом году нам дополнительно в помощь еще есть одна авиационная компания, которая преимущественно занимается мониторингом Московской области, но вместе с тем и нам помогает, залетая в воздушное пространство Владимирской области, когда нет там наших сил и средств. Это компания «Волга-Днепр». Ее услуги оплачивает правительство Московской области. И это тоже подспорье своего рода. То есть у нас сегодня практически весь световой день, когда позволяет погода и высокий класс пожарной опасности, в небе находится самолет. Камеры, они не дремлют вообще и передают этот сигнал в круглосуточном режиме. При этом
система настроена таким образом, что способна отличать, например, дым из выхлопной трубы трактора или автомобиля, или пыль, поднимаемая сельскохозяйственным орудием каким-то, там, плугом или культиватором, от задымления настоящего. Кроме того, определяются ее координаты в формате лесного адреса, квартал, выдел, местоположение и географический координат. То есть вот это все в комплексе, вся система мониторинга, нам дает возможность молниеносно, как только дым поднимается выше стены леса, понимать, что есть проблема, и, соответственно, принимать оперативные решения по выдвижению сил и средств. А за термоточками присматривает МЧС или за ним сложнее просто смотреть? Вот система СДМ Рослесхоз, она присматривает за термоточками, да? Но большая часть она настроена на крупные пожары и настроена на землю лесного фонда. А у системы МЧС есть своя система мониторинга. Как быстро удается узнать о пожаре? То есть насколько быстро эта информация, космическая или там, телефонный сигнал, еще что-то, доходит до тех, кто вот сейчас поедет ликвидировать пожар? Порядка 60% возгораний возникающих определяет система видеомониторинга. Остальные 40% – это сигналы с наземных патрулей от местного населения, либо с воздуха. Поэтому я повторюсь еще раз, как только дым становится виден глазу камеры, глазу человека или летчика-наблюдателя, который находится на борту самолета, так мы сразу понимаем, что это лесной пожар, и начинаем. К слову, все возникающие пожары на территории Владимирской области тушатся в первые сутки с момента их возникновения. Тушить такие пожары в этом году будет, если они будут, стучу, будет призвана и новая техника, которая пополнила ряды наших филиалов Владлесхоза. Сейчас я предлагаю посмотреть небольшой сюжет и его прокомментировать. Одна пожарная автоцистерна на базе Урала и 5 на базе ГАЗа. Эта техника имеет повышенную проходимость и предназначена для доставки к месту пожара, личного состава, всего оборудования и воды. Для тушения возгораний технику оснастили специальными стволами, предназначенными для выброса воды под большим давлением. Лафетный ствол применяется в пожарной машине, мы его закупили, для предотвращения перехода с низового пожара в верховой, для защиты личного состава и техники. Заместитель губернатора отметил важность наличия современной и надежной техники для успешного прохождения пожароопасного сезона. Из областного бюджета ежегодно выделяется около 80 миллионов на противопожарные мероприятия. Оснащение филиалов Владимирского лесхоза – 97%. С каждым годом стараемся приобретать что-то новое, современное, для того, чтобы было в помощь нашим лесопожарным подразделениям. У нас слаженная работа с МЧС России по Владимирской области. Мы прислушиваемся к рекомендации, что необходимо приобрести, потому что вот ту машину, которую мы приобрели в том году за областные средства, это по рекомендации МЧС, которую мы раньше использовали и просили у МЧС. Самая крупная и проходимая машина отправится служить в Александровский филиал Владимирского лесхоза. Другие 5 автоцистерн передали в Юрьев-Польский, Меленковский, Гороховецкий и Судогодские районы. Только за последние 5 лет в рамках национального проекта «Экология» регионам приобретено 552 единицы специализированной лесопожарной техники и оборудования на общую сумму более 200 миллионов рублей. Сейчас даже удивительно смотреть не новую технику. То есть иногда видно, там, допустим, по модели. Вот модель 24-го года, марка неизвестная китайская. Тут все проверено, все понятно, и закрытыми глазами сотрудники уже понимают, где там что находится. Да, это так, действительно. И задача у этой техники, она не колесная, все равно довольно серьезная, я видел машину на базе Урала. Это колесная техника, она... Не гусеничная, да? Не гусеничная, да. Одна из них на базе автомобиля Урал 55-57, и 5 автомобилей на полноприводном шасси автомобиля ГАЗ. Техника, проверенная годами, в эксплуатации, нам понятная, экономичная, надежная и достаточно удобная для выполнения поставленных задач. Евгений Викторович, попрошу такой ликбез, особый противопожарный режим. Понятия слышали многие, тонкости запретов понимают не все. Вот с какой целью его объявляют, чем он отличается от периода? Ну, мы в самом начале нашего разговора эту тему слегка затронули. И в весенний период, как правило, с середины апреля до глубокой осени у нас объявляется пожароопасный сезон. Это время
теоретически возможны для возникновения пожаров. Когда, там любители жечь траву. Да. Это, скажем так, традиционный классический вариант. Когда ситуация накаляется, а мы ежедневно рассчитываем класс пожарной опасности по условиям погоды, когда влаги недостаточно, а сухого горючего материала становится все больше и больше, класс пожарной опасности увеличивается. Это означает, что риск возникновения лесного пожара, он выше. И при определенных критериях вводится вот такой усиленный режим работы, функционирования наших служб, который называется особый противопожарный период. И вводится он либо по условиям погоды, когда там четвертый класс и выше, либо по фактической горимости. В этот момент, еще раз повторюсь, ограничено пребывание граждан в лесах, если их деятельность не связана с деятельностью профессиональной в лесу. Проще было бы запретить все. И курение, и мангалы, и все-все-все, но тогда жизнь бы встала. Да? Ну, есть и такой метод ограничения работы нашей, но надеюсь, что мы до этого не дойдем, и все-таки мы бы хотели, чтобы и экономика, и наши граждане функционировали все-таки в нормальном, привычном режиме. Ну, кого-то пугают штрафы, кого-то пугает огонь, а кого-то, как в прошлом году, пугают насекомые. Борьба с непарным шелкобрядом, вот эту тему предлагаю поднять, на днях как раз завершилась, или вот подсчета, по-моему, 12-го может завершиться, большое мероприятие, обработка лесов Гусь-Хрустального района от непарного шелкопряда. При этом это не единичная акция, потому что кладки шелкопряда уничтожали в апреле, об этом тоже сообщало ваше ведомство. Насекомое это нанесло больше психологический вред, расплодившись в разы больше обычного, и уже вот и как гусеница, и как бабочка, или действительно оно способно нанести экономический ущерб и не только на садовых участках? Ну, на эту тему мы давали достаточно много информации, и, наверное, опять повторюсь, тому, что деревья, взрослые деревья, после повреждения непарным шелкопрядом отживают, и мы это видели с вами в прошлом году. Конечно, если речь идет о повреждении дачных, садовых участков и фруктовых, плодовых деревьев, то здесь, наверное, отставание в росте, возможно, не позволит получить того количества урожая, на который мы рассчитывали, мы как жители Владимирской области. Поэтому мы и призывали, и призываем всегда жителей не оставаться в стороне от этой обработки и не только наблюдать, скажем так, но и поучаствовать в этом на личных своих подворьях. Методы и способы мы тоже достаточно подробно описали. Это либо сбор ручной нефтевания кладок, как мы это делали в ранней весной, либо обработка любым доступным средством от комплекса вредителей, который свободно продается в садовом магазине. Мы же, в свою очередь, занимаемся обработкой только земель лесного фонда. При этом надо понимать, что всю площадь, которая у нас, ну, скажем так, обследована и которая подвержена населению, заселению этим вредителям, мы обработать не можем по объективным причинам. Либо это запрещено законодательно, либо невозможно чисто технически. А Гусевской, извините, Гусь-Хрустальный район, ему просто особенно не повезло, да, из-за численности этого населения? Да, это самый, скажем так, очаг распространения этого вредителя. Большей частью он находится там в национальном парке Мещеры, на землях там госземзапаса, это торфяные, заросшие лесом разработки прошлых лет, и земли лесного фонда, соответственно. Итак, больше психологически или действительно вредитель? Ваш выбор. Ну, вот мнение специалиста. Я говорю, что для лесного фонда ущерба он не причиняет. Есть повреждения, да, есть проблема. Понятен способ работы с этим, но ущерба экономике, ущерба лесному фонду он не доставляет. Конечно, фруктовым, плодовым деревьям ну, отставание в росте может просто не позволить получить тот объем урожая, который мы бы планировали. Вот если не ошибаюсь, такие сообщения «просим не посещать леса», там почти целого района, все-таки довольно редкое явление для нашей области. Ну, да, наверное, редкое явление, но ведь в борьбе главное и не навредить. Не навредить людям, не навредить животным. На период обработки мы просили людей воздержаться от выпаса скота и от посещений лесных массивов, которые подвержены обработке. Давайте посмотрим, как эта работа велась.
Леса Гусь-Хрустального района начали обрабатывать от непарного шелкопряда. Площадь распыления специального биовещества составит более 3000 гектаров. Обработка земель лесного фонда в Гусевском районе началась 28 мая. Уже завершено обследование территорий, пораженных непарным шелкопрядом. Этот паразит представляет серьезную угрозу лесам, съедая всю листву. Шелкопряд каждый день ест, каждую минуту, каждую секунду, поэтому он постоянно ест. Так что ему хватает этого, чтобы он поел и погиб, либо поразился этим препаратом. Вот и все. Обработка происходит путем распыления биологического вещества в кроны деревьев. Затем препарат осаживается на листьях. Шелкопряд поедает их и умирает от кишечного расстройства. До обработки делаем учет личинок и уже после обработки с целью определения эффективности биологического метода обработки. Вот. Обрабатывает у нас аппарат ГАРД на базе полноприводного Урала. Препарат дифлуцин. Биологический препарат, он безопасен для людей, для пчел и других видов животных. В связи с проведением данных работ до 12 июня ограничено пребывание граждан и въезд транспорта в леса Гусевского района. Также запрещены некоторые виды лесохозяйственной деятельности, такие как выпас скота, сбор грибов, ягод и лекарственных трав. Вот одно из опасений тех, кто осторожно на подобную работу смотрит, это накапливается или нет этот препарат в растениях, накапливается ли он в почве, как было когда-то, когда в советское время десятилетиями выводился тот же, простонародий ДУСТ, ДДТ. Этот препарат далеко не ДУСТ, это все-таки биологический препарат, который имеет избирательное действие и именно влияет на ту группу вредителей, с которой мы боремся. Поэтому о каком-то вреде для почвы или растений, накопительного, тем более свойства, говорить не приходится. 10-й год. Часто упоминаю, и мои коллеги упоминают его, когда мы говорим о лесах. Большие площади лесного фонда были охвачены. Лет прошло, кажется, много. Сегодня, спустя 14 лет, те раны в лесах, они полностью затянулись? Лес – живой организм. И там происходят сложные и достаточно интересные процессы. Но мы, как те лесники, которые были свидетелями событий 2010 года, сегодня с удовольствием отмечаем, что на большей части территорий, которая была подвержена пожарам 2010 года, сегодня стоит замечательный, зачастую чистый сосновый лес. Ведь возгорания были в основном там. Те участки, которые были менее повреждены, они остались, скажем так, в таком состоянии, подвержены нашему мониторингу непрерывному, и в случае возникновения каких-то болезней или признаков усыхания мы проводим санитарно-оздоровительные мероприятия, и этот процесс, он такой цикличный. Вырубки деревьев, посадки, уходов и так далее. То есть, наверное, можно говорить сейчас в полной мере о том, что последствия 2010 года все ликвидированы. То есть это и дело рук человеческих, я имею в виду высадка лесов, и дело рук самой природы. Да, есть такое понятие естественное лесовосстановление, и есть способы содействия этому естественному лесовосстановлению. Мы ими активно пользуемся, но основной упор делаем все-таки на создание искусственных лесных культур вручную. А это нужно для чего? Чтобы выросло то, что должно вырасти, или еще есть какая-то причина? Для того, чтобы определить, что здесь будет расти, тоже есть целый комплекс исследований и критериев. Лесная наука, она несложная, но достаточно такая глубокая и интересная. И почвенные условия места произрастания, конечно же, влияют на ту культуру, которую мы будем там культивировать. Но Владимирская область специализируется в основном на культуру сосны и ели, потому что это устойчивое, характерное для нашего региона растение, которое достаточно быстро растет в понимании леса и дает большую, скажем так, продуктивность гектара, востребованной экономикой. Основные критерии – это не такие. Хотя сегодня, когда у нас появился инвестор по переработке лиственных пород древесины, мы делаем осторожные эксперименты и по культивированию культур березы.
пока о результатах говорить рано, но такой опыт мы тоже нарабатываем. Она растет до товарной зрелости еще быстрее, чем сосна. И кроме того, это востребованное сырье для производства фанеры или плитных материалов. Есть такое понятие «спелый лес». То есть вот тот лес, который потом идет на строительные материалы, и, ну, вообще много куда идет, он коммерчески интересен, и это, конечно, хвойники. Спелый – это сколько лет? Ну, в зависимости от категории защитности, ну так, чтобы было понятно, от 80 до 100 лет. А если переспелый, или такого понятия это, сейчас не существует? Если мы говорим про хвойный, да. Ну, переспелый, не говорят лесники, они говорят перестойные насаждения. Ну, это вот, значит, больше 100 лет. Это обычно какие-то памятники природы. У нас сохранились, например, еще культуры, заложенные Карлом Францевичем Тюрмером. И много других интересных мест, где возраст насаждений может быть и 150 лет, и больше. Для лиственных пород это, ну, другие немножко. Для осины там от 40 до 60 лет, для березы от 60 там и выше. Вот в числе сотрудников Министерства лесного хозяйства, подведомственных учреждений, вот насколько много тех, кто именно лесовосстановлением занимается, начиная с подращивания вот этих крохотных сосенок, этого укропа, извините, оскорблю его, наверное, из тех, кто собирает хранить семена, какое это количество людей? Ну, наверное, специально посчитать не удастся, потому что нету человека, который бы трудился в системе лесного хозяйства и не думал, не понимал или не занимался бы вопросами лесовосстановления. Это всегда было и есть наша главная задача. Я думаю, она эта главная задача так и останется на долгие годы. Прежде чем поговорим об акциях по лесовосстановлению, есть звонок? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, да, у меня такой вопрос. Вот если бы я, как обычный человек, что-то могу высадить в лесу, обычный лес могу высадить, что можно сделать в этом случае? Спасибо большое. Вот хочет Игорь, наш постоянный зритель, где-то лес посадить. Что ему сделать? Ну, это дело достаточно просто. Мы как раз с вами хотели поговорить об акциях, насколько я понял, да? И вот эти акции с каждым годом все множится и множится на территории Владимирской области. Информация о проводимых мероприятиях по лесовосстановлению дается активно в наших социальных сетях, на нашем официальном сайте, на наших страничках, в пабликах. Я призываю наших зрителей следить за лесными новостями, подписываться на них, и тогда будете в курсе всех событий. Так вот там, например, в этом году мы давали информацию о том, что было проведено 17 акций на территории лесничества, и больше 2000 человек приняли участие, волонтеров, общественных организаций, студентов, школьников, да и просто неравнодушных жителей в этих акциях. О том, как сажают леса и сады во Владимирской области, сюжет моих коллег. Каждое дерево – дань памяти воинам-освободителям. Четвертый год подряд акция «Сад памяти» проходит в каждом лесничестве Владимирской области. Кольчугинский район – не исключение. Через 5 лет эти саженцы станут молодыми деревьями. Через 70 на территории появится смешанный лес с собственной экосистемой. Акция, утверждает председатель Заксобрания области Ольга Хохлова, вписывается в общий подход региона к вопросу восстановления лесов. Как наши уважаемые представители лесного хозяйства сказали, что новые деревья, вообще деревья – это легкие страны. И мы же сами знаем, когда хочется отдохнуть, мы идем в лес, да, погулять, грибы собирать. И приходишь, и просто наслаждение. Чувствуешь, что совершенно другой воздух, другое настроение. Это очень правильно, важно. В числе участников – подопечные регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Для Натальи Бокаревой эта акция имеет особое значение. Вместе с дочерью она пришла почтить память мужа. Он погиб на СВО в мае прошлого года. На фронт мужчина отправился добровольцем. Это гордость, это вечная память. Будем сюда приезжать и вспоминать. Очень рада, что здесь участвуем. Дочка сегодня даже в школу не пошла, отпросили. Я говорю, мы едем на шикарную акцию, то есть, ну, приехать на нее мы не можем. Всего в этом году на территории региона высадят более 16 миллионов молодых деревьев. Их разместят на территориях, не покрытых густыми лесами. Там саженцам будет проще прижиться и пойти в рост. Организаторы и участники акции уверены, это весомый вклад не только в сохранение экологии. Это вечная память о наших героях. Сад памяти. Посади дерево. Сейчас вот все не вспомню, но акций действительно много, и они разного масштаба. Достигают ли наши посадки промышленных масштабов, или это все-таки,
Ну, такое бывает, вот иногда по городу едешь, понимаешь, вот вроде бы сажали дерево, не прижилось. В лесу их вообще огромное количество лесов, но они не на виду. Ну, вот сейчас в сюжете мы видели, да, озвученную цифру, более 16 миллионов сеянцев сосны, ели и немножко березы мы посадили в ходе весенних лесостановительных работ. Это огромное количество. И еще работа эта будет продолжаться и в осенний период тоже. Но есть критерии приживаемости, и просто так посадить и забыть, конечно же, не получится. Будет проведена работа по технической приемке, а осенью будет проведена инвентаризация лесных культур. И по результатам весенних учетных работ и вот этих контрольных осенних будет назначено в случае необходимости мероприятие по дополнению лесных культур. Если приживаемость ниже нормативной, то мы придем весной туда еще раз и погибшие деревца восполним. А вот как такие места ищут? Это как раз места, где прошел когда-то пожар, где были вырубки, где была какая-то, ну, просто болезнью были поражены деревья. Ну, места эти называются фондом лесовосстановления, туда относятся, правильно вы совершенно говорите. Это и места от вырубок преимущественно, конечно, и места, вот как в акции, о которой сейчас был сюжет, в Кольчугинском районе, где традиционно была прогалина. Это места, да, где были погибшие насаждения вследствие пожара, ветровал или каких-то иных природных явлений. И все они вовлекаются обязательно в оборот. И наша задача максимально сохранить лесистость региона. Когда мы говорим с теми, кто занимается контролем за семенами нелесными, часто звучит, ну вообще вот, когда вопросы сельского хозяйства поднимаем, часто звучит вопрос, что у нас проблема с отечественными семенами, приходится заглядывать за границу, и с собственным семенным фондом проблемы были, во всяком случае, да, видимо, все не решены. Здесь таких проблем нет, этот лес выращивают у нас же? Исключительно так, это семена собраны на территории Владимирской области преимущественно, ну или в неурожайный год закуплены у соседних регионов, переработанные здесь же на наших мощностях. Здесь мы обеспечиваем условия их хранения. Есть у нас теплицы и питомники, которые мы высеваем эти семена, ухаживаем за ними, а затем аккуратно из питомников и теплиц высаживаем на подготовленные лесные участки. И сегодня многих вопрос волнует подготовки кадров, молодых специалистов. Вот есть понимание, кто придет на смену сегодняшним поколениям лесников? Есть понимание не только того, кто придет, но и есть понимание, как это делать. Традиционно школа подготовки кадров для лесной отрасли, она была, есть и остается сильной у нас в регионе. Это 26 школьных лесничеств, которые занимаются огромное количество детей. И ребята эти показывают великолепные результаты, занимая призовые места на всероссийских юниорских лесных конкурсах. Буквально недавно вернулись с такого регионального конкурса наши ребята из школьного лесничества Камешковского района Новкинской школы, внуки Бериндея, о которой знает, наверное, вся уже страна наша, и заняли там почетное место. И ребята из Мурманского лесотехнического техникума, участвующие там в своей номинации, тоже заняли призовое место. Это первая ступень, что называется. Конечно же, у нас есть, скажем так, наша гордость и наша основная кузница кадров – это Мурманский лесотехнический техникум, который сегодня живет и активно развивается. Это альма-матер для всех наших лесников, да? Ну, основная масса сотрудников аппарата управления и подведомственных учреждений – выпускники Мурманского лесотехнического техникума. И учебное заведение живет и развивается сегодня. Жизнь там безумно интересная. Там современные лаборатории, спортивные площадки. Мы непрерывно совершенствуем учебный процесс. У нас есть все необходимое для того, чтобы качественно подготовить специалистов. Сегодня есть такие востребованные специальности, как, например, дизайнеров мы готовим, механиков, специалистов лесного хозяйства, специалистов деревообработки, экономистов, бухгалтеров, ну и много чего еще. Я думаю, что есть смысл сегодняшним выпускникам 9 классов обратить внимание на наше учебное заведение. Работа в лесном хозяйстве становится престижной, и она была и есть всегда интересной. И там можно добиться и карьерного роста, и определенного благосостояния. А самое главное, эта работа
вам понравится однозначно. Поэтому техникум, основа всех основ, выпускников отслеживают сегодня наши работодатели потенциально уже начиная там с первого-второго курса. Есть ряд именных стипендий, есть стипендии в рамках социального партнерства с потенциальными работодателями. Мы всегда отмечаем лучших тоже. Конкурсы, призы, жизнь кипит. И я думаю, что выпускники не пожалеют, если к нам придут. Ну и, конечно, у нас есть соглашение с высшими учебными заведениями. Это Йошкар-Оле, учебное заведение, Павловский университет, и университет, филиал МГТУ имени Бауман, который расположен в Матичке, Подмосковье. Мы с ними активно сотрудничаем, мы готовим специалистов уже высшего звена. Дело Тюрмера живет. Евгений Викторович, огромное спасибо, всего самого доброго и успехов. Спасибо и вам всего самого доброго. На сегодня у нас все. Вопрос озеленения городов мы также поднимем на этой неделе, а завтра говорим о здоровье человеческом. До встречи на этом же канале.